Казка, до якої він завжди мріяв доторкнутися. В рідній Білорусі 29-річний хлопець вже не раз пробував пробитися на велику сцену. Після чергового розчарування Женя відкрив власний бізнес і вирішив, буде жити як усі. Кафе у Жеки називається. Небольшое, маленькое, в парке кафе. Я делаю все. Там я и готовлю, и за баром. Там, у меня там караоке в кафе. Та коли до Жені докотилися чутки про шоу, яке змінює життя і здійснює мрії, хлопець вирішив, треба ризикнути. Це може бути його шанс. Надо ж стремитися к лучшему. Ну от. Приїхав к вам стремитися к лучшему. Но мне очень хочется, чтобы как-то вот эта ваша энергия, внутреннее такое состояние, теплое, светлое, чтобы оно передалось. Успехов, удачи. Спасибо, ты тут. Я в тебя верю. Извини за банальность, наверное, тебе это уже говорили, ты артист.
Спасибо. И это хорошо. Мне очень приятно. Ты пришел к нужным людям. Не зря же я здесь-то. Не зря ты ехал. Из Беларуси. Не зря. Забавно. Забавный хлопец, классно поешь, интересно держишься на сцене. Я думаю, что в твоем исполнении эта песня даже живее, чем песня Алёши. Ну, серьезно, вот она сейчас мне показалась, ну, реальным хитом. Я понял, почему она хит. Ну, извини. Алёшенька, может... не обижайся, Калиласка, на меня. Не-не-не, она не обидится. Никто не обидится. Жень, знаешь, что самое классное, наверное, в тебе? Это твой артистизм и харизма. Ты стреляешь в зал, и он тебе отвечает взаимностью. И вот в этом твой самый главный и очень редкий талант. Джек, вот так нужно петь на нашей большой сцене, в главном шоу страны. Вот именно так. Это то, чего не хватает многим. Это не просто харизма, которой ты пользуешься. Ты умеешь кайфовать, ты умеешь круто петь, ты умеешь смотреть, где нужно. Ты умеешь психануть вовремя. Ты умеешь такой замечательной песне придать свою окраску. В этом сезоне я болею за тебя. Спасибо огроменное вам. Да, друзья. Заявочка. Конечно же, я тебе говорю «да». Спасибо. Что тут говорить? Запахло прямыми эфирами. Я думаю, что там есть для тебя место. Я говорю «да». Спасибо огромное. Я думаю, тут не запахло прямыми эфирами. Я думаю, тут запахло миллионом. У тебя 3 «да». Спасибо! Спасибо огромное! До свидания! Артист. Sweet people. Жень, поздравляю. Спасибо огромное. И самое главное, теперь до встречи. До встречи. Надо собирать на билет. Ты сделал это. Все, по домам. За тиждень приготуйтеся до...